Компа, ребята, вы на канале Минимакс. И сегодня мы с вами, конечно же, будем проходить этот лабиринт Грю, его настоящую лабораторию. И в этой лаборатории мы сегодня в костюме путешественника. Ну, посмотрите, какая у него шляпа! И, конечно же, мы собираем с вами ляпанантики! Напоминаю, нужно очень аккуратно быть вот с этими вот проезжающими мимо бомбами, бумбуками, лябамбаками. Ля, осторожно, а то бабахнет, не трогай и отходи. Собираем бананы, хорошо. Говорите мне, где они будут, чтобы я точно собрал как можно больше лябананчиков. И этот Грю такой злодей, он, посмотрите, сколько придумал для нас всяких уловок, какие-то бомбы, которые проезжают на тележках и летят очень быстро и могут нас сбить и взорвать и помешать нам собирать наши бананы. Но мы с вами наблюдательны. И тем более у нас есть зелья. И мы можем превратиться в настоящего мутанта и эти бомбы разрушать. Эх, как жалко, что это зелье ля быстро кончается. Так, давайте, правее меня планшет, телефон, ага, правее, левее. А-а-а! Задание выполнено! Ля, поздравления! Как здорово. Так, сюрпризики, мои любимые сюрпризики. 1 звезда, 2 звезды, 3 звезды. А что же внутри в коробочке? Ну что же там, скорее открывайте. И монеты. Еще. Рефери! Одно не хватило нам чуть-чуть, чтобы улучшить его. Путешественник, еще карты, отлично. Так, дедулечка. И что еще? Все! Мы так много с вами проходили, играли, а нам дали всего так чуть-чуть. Ну-ка, давайте все вместе собрались сейчас и пройдем этот уровень. Мы пройдем этот уровень? Не слышу. Ну-ка, скажите все вместе. Мы пройдем этот уровень! Полетел. Конечно, пройдем, потому что мы вместе с вами сильные, смелые, ловкие и наблюдательные. Так, осторожно, провода, собираем ля бананчики. Я ускоряшка! Классно, я так люблю эту быструю дорожку. Осторожно, вода. О, смотрите, какой гигантский ля банан. А нет, это автобус. Я чуть-чуть не перепутал. Банан и автобус, автобус и банан. Ох, вот это да. Ну, он правда был такой же желтый, большой, как банан. О! Отлично, итак, вам нужно поворачивать телефон влево, вправо или планшет, чтобы я мог лететь на этой супер ля ракете и собирать супер бананы в воздухе. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Голова закружилась. Фу, спасибо. Отлично. Лёгкая скорешка! Так, двигаемся дальше с вами. И здесь вода, осторожно, но можно ее перепрыгнуть. Лёгкая скорешка! Классно. Еще одна. Что это? Это какой-то десерт мы с вами скушали вкуснящий. Ну, вот это путешествие на ракете мне очень понравилось. Это было очень здорово и очень быстро. Но зато, когда мы с вами на ракете, мы можем собирать просто супер множество бананов. Но опять этот большой автобус. Мне прям кажется все время, что это здоровенный такой бананище, если его взять. Ай! Ай, и по голове еще знаком ударило. А, больно. Помогите мне пройти этот уровень. У меня, смотрите, есть пылесос. Я сейчас соберу все-все-все-все-все бананы. Осталось немножечко, всего 225 бананов собрать и будет. Так, я запутался. А что будет, когда я соберу все ля бананы? Кто-нибудь знает из вас, что будет, когда я соберу все бананы? Подскажите, пожалуйста. Я не понимаю, я запутался. Ой, непростая эта работа. Фух. Так, бежим дальше. Так, здесь можно повернуть налево. А что же будет дальше? Так, бежим, поворачиваем налево. Впереди. А, смотрите, зелье! Берем! Зелье! Я превращаюсь в бешеного миньона! И бегу собирать все на своем пути и крушить! Ой, как жалко, что, конечно, это зелье заканчивается, и я не успеваю все собрать так быстро и все сломать. И главное, ребят, вы не пугайтесь, я же просто в ля костюме, когда я бегу так и страшно. А так я добрый и обычный миньон. Ля ускоряшка! Ля ускоряшка! Как классно! Еще одна ля ускоряшка! И джамп! Точнее, прыжок. Ну, джамп это на английском. Мы с вами еще и английский заодно учим. Если вам нравится, то, конечно же, нажимайте лайк и подписывайтесь на канал. А сейчас вот сквозь дом пробегаем. Осторожно, здесь полки, окно. О! Я разбил окно. Никому не говорите. Пожалуйста, никому не говорите, что я разбил окно. Я просто не хотел. Вообще оно было разбито до меня. Его уже просто собрали, склеили, а я просто мимо проходил. Так, мы с вами продолжаем бежать. И здесь... О! Смотрите, сколько машин, будьте осторожны. Переходите дорогу только на зеленой, только на пешеходной зоне. Запомните, вот видите, пешеходная дорожка всплыла. Я на ней перешел дорогу. Вот я какой молодец. Двигаемся дальше, вода. Опять этот не настоящий банан, это автобус. Теперь я тоже на... Мороженка, так захотелось для мороженки. Ой, я думал, эти машины сейчас меня просто прижмут друг к другу, потому что так они резко остановились и прям были близко-близко друг к другу. Ой, я пылесосик, как хорошо, и снова через дом, здесь множество бананов. Хорошо, у меня что есть пылесос, не нужно никуда... Упс,
Я снова разбил окно. Деревянный сноубол просто разбит. В общем, решайте сами. Вы видите, с какой скоростью мы с вами собираем все эти бананища? Смотрите, как настоящий Супермен открывает дверь с ноги, забегаем на второй этаж, а тут пэу, через окно. И горка! Откуда здесь горка? А, как весело, прям через бассейн! Лёв, скорешка! Два раза! Как классно, у меня суперпылесос и супер-вы-помощники. Пылесос закончился, как жалко. Но ничего, нам осталось совсем-совсем немножечко собрать бананчиков, и этот уровень будет закончен. Так, прокатились, ускорешка! Бежим дальше, ускорешка! И ускорешка! Ладно! Так, дорожный знак, под ним пробежали, ускорешка, прыгнули. И здесь, у-ху! Снова у нас суперпылесосище! Ух, я еле-еле увернулся от дорожного знака. Иначе все пришлось бы начинать с самого-самого начала. Прыжок! Ага, подкат! Так, осторожно, провода, прыжок! Подкат! Фух, я так уже даже не успеваю ничего соображать, где же, куда нам бежать. О, чемоданы! Вы видели, сколько чемоданов было? Кто-то куда-то уезжает, что ли? Возьмите меня с собой, горка! Спускаемся! Супер! Так, еще бананчики, еще... Ускорешка! Классно! Ля бананы, ля вода, ля машина! Опять захотелось мороженого. Да, прямо зимой! Эти машины с мороженым проезжают все время мимо или стоят? Так хочется скушать эту мороженого. Ага, супер замораживающий луч! Я заморозочка! Получите! Получите все! Все, оно кончилось. Так жалко, что оно закончилось. Ну ничего, я сейчас найду что-нибудь новенькое. Может быть пылесос, может быть новое зелье свое. Ой, вы видели, там было стекло. Можно было в него врезаться. Фуф, как хорошо, что я его заметил и вывел. Ой, врезался в машину. Ай, прям носом стукнулся. Еще и на асфальт упал и кепку помял. Но ничего, у нас с вами все получится, тем более впереди новые приключения. И в следующей серии мы с вами будем проходить новые уровни у Эль Мачо. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал и ставьте лайк. Пока!